поближе и немножко комментарии сказать, вот, что на сегодняшний день преподается в школе Олега Захарова, в школе боевых искусств, да? Если нет, мы сегодня находимся из школы единоборств Олега Захарова. В основном у нас направление боевое самбо, рукопашный бой. Ну, боевое самбо это... Там надо физически потянуться. Вещи как бы выхожу. Военно-прикладное направление. Можно использовать все. Да-да. Дальше я выходил, работа как бы на глаза, ага. Потом работа как бы на ухо, да? Ага. То есть вот эти вещи. Вот где идет проход, да, опять же. Ну, то есть посмотри. Ага. Первый корень носа, раз. Второй момент, я сразу выхожу корень носа, завязываю на пол. Потом, например, в каких-то, вот в этих моментах. Ага. То есть опять же, то есть, видишь, арсенал из мира единоборств, это борьбы, самбо, это бокса, это ударов ног, карате. И на сегодняшний момент боевое самбо является самым лучшим в мире, что доказали наши бойцы. Да? То есть есть просто, допустим, вот этот такой замок. Да? Самбо создавался из лучших отечественных видов борьбы. Это куреш, куряж, это узбекская, это таджикская борьба. Я вот все здесь вложил, и опять же отсюда я сразу здесь. Это молдавская тырда в броске, это грузинская чаубау, да? Вот рычаг, рычаги, не только рычаги на ноги, рычаги голеностоп. Многие вещи, которые где-то запрещены. Выведение из равновесия сзади, то есть опять же, я отсюда сажусь. Тебя прихватывают. И вот здесь уже, видишь, я работаю как бы на соннике. Из равновесия как бы спереди, опять же, сразу вот здесь. Вот, молодец. Понял, делай ты, можешь, не можешь, попробуй. Спецприемы изначально военного прикладного самбо, да, вот вещи шейных, на удушающих. Перекрестный опять поводил, же. Нужно, то есть вот здесь почувствовал, да? Вот. Да, эти точки, да? Я здесь как бы создал какие-то вот эти вещи. Хватил как? Угу. То есть посмотри, видишь, они спрятаны. Вот я, допустим, этим пальцем, где-то здесь там, да, вот эти вещи. Опять же, посмотри, видишь, вот здесь палец пошел. Здесь вот опять же эти вещи. Подножки, подножки. Давай, 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 на себя, себя. Оп, вот так. Каких-то, вот в этих моментах. А. То есть опять же, видишь, опять же, здесь. Засовывай. Меньше работы в партере, потому что на улице ты не можешь допустить возни, потому что изначально приемы борьбы в партере, они работают против одного человека. Против, ну, на ушко классическая как бы вещь там, да? Самое главное, мы работаем не с рукой, как бы основное это голова, но мы работаем с центральной нервной системой, мы работаем с позвоночником. То есть вот я делаю как бы из руки палку, раз,
Второй момент. Я, во-первых, подрабатываю, посмотри. Вот видишь уже, вот здесь уже, да? Не видишь, раз, уже пошло. Вытяжку сделал из руки палку. А теперь посмотри, я сейчас буду подрабатывать на локоть и буду подрабатывать вот сюда. Жестко. То есть попал только из руки палку и тебе отдаю вот сюда, а вот эту, посмотри, ты видишь, противоходу еще, то есть вот сейчас, то есть почувствовал, да. Буквально, я даже вообще не прикладывая силы. Вот это маленькое вот это колечко, и посмотри, поправил, и вот посмотри, только почувствовал, и вот, а если я сейчас еще чуть сделаю отшаг, вот как бы вот здесь работать, ты мне сейчас будешь не против, и по центральной линии оси мне нужно сразу рукопашный бой. Ну, боевое самбо, это то есть самое хорошее, то, что собрано из разных видов спорта, это наше боевое самбо. Боевое самбо входит и борьба, там и борцовская техника туда, и ударная техника, поэтому самая лучшая ударная техника, там из бокса, там из карате там собрано. У нас сегодня Вадим Старов, тоже мастер единоборств, прикладных единоборств, сегодня в гостях. То есть раз, два, раз, посмотри. Опять же, через это я забирал, да? То есть посмотри, видишь, ну, по сути дела, это был боковой, на котором как бы он уходил. То есть дальше, ну, как бы, можно, ну, опять же, сразу же как бы выходить. Раз, два, ну, ты уже, по сути дела, рычаг в арте и передняя подножка у меня как бы. Раз, два, удар, работа. Я сразу же выхожу, нанес удар локтем в затылок, дальше вышел отсюда. Я сразу... Здесь вот эти вещи как бы выхожу. Раз, два. Может быть, как, допустим, здесь как бы, да, моя задача была раз, блокировать, прижимать твои локти. И выходить в клинч, выходить на удары локтями. Опять же, я ушел, контроль локтя, контроль здесь. Да. Здесь я уже, опять же, здесь я работаю. Раз, два, три. Раз, два, три. Теперь выхожу на удушение. Шаг, кисть, локоть. Удар локтем в основание или же затылку. Держи. То есть должно быть раз, и четко локоть. Ты видишь, я его локоть. Телом нагружаю, телом ногой. И вот здесь начинаю вести сразу же раз, сразу же два и три. И контроль здесь, сюда. Отсюда это же рука? Да. Я ушел, и видишь, пошло. Но теперь здесь я могу, если у меня рука слишком ушла, не только я могу вот этот удар нанести. Вот этот, и вот здесь уже эти работы. Смотри, я пошел, и видишь, у тебя сразу идет. То есть я сразу отсюда выхожу. Уход влево. Мы ставим уход вправо. Посмотри, или же развожу в стороны, да? Вот. Или же пришел. И опять же на ногах. И обратно на ногах. Смотри, вошел, вышел, да? Здесь пробили. Молодежь. Где играть? Показал прямой, также смотри, я начинал с боковой. Я бью, например, вот так. Задел что-то там. Или ты первым ударом этим. Еще раз нанеси. Сейчас есть такая ошибка, ну, основная. Ты заваливаешься. Ты слишком заваливаешься. То есть удар, то есть ты понимаешь, то есть ты. Удар локтем. Да, не бойся, вот вкладывай. Вкладывай. Да вкладывай. Вкладывай. Да что? Да не буду, я не буду, вкладывай. Вкладывай. И вкладывай в лапу. В лапу вкладывай. Вот движение. И теперь на встречном курсе я делаю. Раз, я делаю смещение. То есть движение. Очень быстро в эту часть четко попасть. Вот я бросаю. То есть раз вот это движение. Не надо. Теперь посмотри за моей рукой. Посмотри, очень быстро. То есть посмотри локоть. Теперь посмотри плечо. Теперь я чуть-чуть бедро добавляю. И, да, и потом, то есть отсюда, то есть. Вот удары, они как бы лох. Видишь, да. Вот. Вроде так бьют. Вот так. Вот, леща. Видишь, если ты пару раз так ударишь, у нее уже гематома уже будет. Я не видишь, я захожу, как женщина. Да. Сейчас пробью, и вот здесь вот пройдет под вот это. Это будет однозначно травма. То есть тоже вот... подколенные суставы не везде разрешат ударить. Смотри, да? Обманка. Хоп, я сделал. Он ничего не поймет. А снизу вот стоит нога та. Или так он на меня. Хоп, вот, я наклонил. Смотри, уже нога осталась. Вот, а ты видишь?
Вот, уже одна нога осталась на болевом. Ну смотри, это сейчас коронка сколько? Самбо, вот эта ножница, именно в отличие от... Оп, я пошел, да? Прошел, опа! О, и на болевой здесь пошел. Рука, видишь, оп, показал, прям туда, в печень. Вот этой ногой даже легче, видишь, я его как корпусом как делаю, искривление. Видишь, чтоб не отпускать сразу на удержание. А, бери. Не. Вот это, право, вот это за ногой заходишь туда. Видишь? Нет, с этой стороны посмотри, давай. Обычно самбо берут его вот так, хоп, ногу вдруг дал. Или даже с фронтального движения, оп, наступил на него. Подножку. Не, это ты подножку делаешь. Подхват. Вот, вот, правой ногой, вот. Правой ногой. Туда. Заходи правой ногой. Оп. И все, и на попус. На попус. Идет как бы в сторону, то есть идет подрез, идет от подреза и идет укол. Оп! Сашка, готовься! Тебя уже убил, оп, раз пичок. Мы, противник как бы замешкался, мы первые наносим удар. Удар наносится по жизненным органам. В горло, то есть вот эта еремная артерия. То есть подрезается вот это лучезапястный сустав, это лучевая артерия. Здесь локтевой изгиб, затем внутренняя сторона бедра подряет, и потом, как правило, он начинает переводить удар в живот. Так. У меня есть уход первое, вышку 2, удар в паховую область 3, удар здесь, ну не говорю. То есть, посмотрите, я ушел, и сразу же я атакую второго человека. Удар ножом. Посмотрите, я ушел, и сразу же, то есть я наношу удар, я сразу же подрезаю тебе лицо, разрезаю лоб, идет кровь. Опять же, то есть у меня всегда уход, контроль, подрез. Опять же, здесь, посмотри, здесь контроль, здесь контроль. Сверху. То есть, опять же, все вот эти вещи, да, они хватом. Опять же, то есть здесь, допустим, это почка, да? То есть, опять же, перевод паховой области, атакуй или же убегай. Тебе работает, да? Ага. Ну, опять, да, проведи, смотри. То есть, есть различные всякие заломы. Да, сделай такой элемент, да? Я остановил, да. Ну, теперь посмотри, когда идет серия ударов. Опять же, раз, семьи, нет моих детей. Мы, на самом деле, на улице где-то. Я буду, и ты, и всем нужно убегать. Ты видишь, что там стена? Конечно, вижу. Выход. Смотри, ты мне наносишь тот же самый. Раз, и теперь смотри. Теперь смотри. Уход. Потом нож или какой-то предмет, как оружие какой-то самообороны, самозащиты. Например, те же самые рычаги. Вот ты сейчас мне наносишь как бы, ну, двоечку левой и правой, да, ты ведешь. Даже вот так вот прижала его. Да, да, да. Раз, посмотри, я раскрыл. И сейчас вот здесь пойдет, пойдет как бы выведение. То есть посмотри, ты видишь, опять же здесь вот эти вещи. Все вот это не надо, прикладные надо, для полицейских, для телохранителей наносишь. Есть вот это, ну опять же, эти, ну скажем так, в плане, можно, еще раз, смотрите, мне как... Вот то есть так, посмотри, я, видишь, вот я сам подрезал, сам идет сюда. Идет, вот сюда вот эти вещи, да? Коленом ударить. Почему я вот? Боковой, да? И правой, боковой. Вот. Посмотрим, вот эти вещи, они, опять же, ножа нет у меня. Мне нужно сразу, мне нужно контролировать локоть. И в этот момент наносить удар, и после этого я, может быть, могу что-то делать. Идут это для воинов, для бойцов специального назначения, там, разведывательного обучения. Я сразу пошел, нанес удар, здесь удар. Комментарии там они не могут там сделать, потому что прикладной вид спорта — это от ножей, от пистолета, навыки, это тренируется, это моментальное резкое движение рук, это на это надо заниматься, развивать биомоторику, во-первых. Вот, конечно, у вас опыт большой, проездили везде. Думаю, сегодня познавательно будет для ребят, тоже вы показали там. Для сотрудников тоже это, для них, видите, они заинтересовались, начали узнавать про вас, там смотреть уже в сайтах, там в интернете, там уже смотрят, вопросы уже задают, им интересно стало. То есть посмотрите. Специально в свое время закрытый раздел боевого самбо, но это версия Спиридонова, да, спецприемы, направленные на уничтожение, некую полицейскую технику и скрутка. Спасибо большое за мастер-класс. Вадим сегодня приехал. Было сегодня очень интересное занятие. Вообще у нас всегда очень интересно. И посмотри, то есть... Ребята, дети, молодежь, студенты, взрослые, приходите, занимайтесь.
очень интересные люди к нам приходят. Всем огромная благодарность, спасибо за то, что приходите, делитесь опытом, делитесь знаниями. Сегодня очень много было интересного, познавательного. Будем отрабатывать приемы ваши.